Ну, а это наша мама. Это мама. Она засвечивается. Тебе хорошо видно, у меня засвечивается. Ах, я так люблю цветы и танцы. Детки. Папа. Да, детки. Так, последние новости. Театр «Волшебная лампа» прошел спектакль «Мэри Поппинс. Поднимает занавес». Как ваше впечатление? Отлично. Благодарю вас. Благодарю. У него зрачка нету одного. Чего нету? Зрачка одного. Он закрыл глаз. Читать много вредно газеты. Вот именно. Снял пенсне и вдруг обнаружил, что у него глаз повреждён. Бельмо. Что я еще что значит? Диета. Что значит? Вот все наверху. Мэри Поппинс, конечно. Куда она улетела? Несорока. Спряталась. Да нет. Привет! Ну вот, хорошо. Дети, которые все забыли. Проверяем фонарь. Будет работать после такого или не будет? Не работает. 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 Сразу видим контакты повреждены. Все, ну ничего. Он работает, так. Да? А, ну вот это Мэри Поппинс, которая у нас сидит на скамейке. Они разные? Они разные, конечно. А это сидит на скамейке, она сидит, та, которая другая ходячая. В доме по хозяйству, она в фартушке, сейчас тоже покажет. Посмотрели? Это ходячая. Это летающая. Она у нас так летает. Полетит. Это она со звезды упала. Да. А где же Мэри Поппинс? Мэри Поппинс! Убежала. Выходи. Улетела. Улетела. Ладно, я пока корову покажу. Неравнозначная замена. Корова и находец, как вы заметили, видели? Да, заметили, правых, кстати. Левых, красавица. Она не от мира сего. Спустилась с неба. А потанцевать? Ну, пожалуйста. Но без музыки это сложно. Вот именно. Пойду звезду искать. Так, где моя звезда? Ты на видео снимаешь? Да. Да, пожалуйста, пожалуйста, я сейчас смотрю. Мэри Поппинс, а вот. Ой, ура. Какая у нас хозяйка. Нашлась. Фарточки, помните, там фарточек улетел? Это такой же на ней. Вот. Ну что, дети? Спасибо. За которое я все время. Вы слушаете взрослых? Молодцы, правильно так и делайте. Пока они глупости не начнут говорить. Все глупости на земле творятся взрослыми, к сожалению. Ну, это да. Ну вот. Ну, она тут садиться не будет, она вообще на кресле у нас сидит. Вот. А та, которая играет? Что? На пианине. Первая няня. А, не, ну там сложно показывать. А вот звали, что... как вот эту рыжую хозяйку там... собак? А? Хозяйку собак как Без звали? Лак. А Ларк. Миссис Ларк. Миссис. Я уже забыл. Я уже забыл. Роль вылетел. Спектакль закончился, я уже забыл. А, так я сам себе не обращаюсь. Я же веду ее. Дети. А вот маленький. Ну, это уже увидели. Я их показала, а еще коляска. Да. А, двойняшки. Вот они двойняшки. Видите, какие вот такие. О, кажется, маленькими, а не огромными. Ну, головочки. Далеко сидели, да? Нет, далеко. Вот такие вот. Ну ладно. Мы далеко сидели, да. А где которая в кроватке? Правда. Там одна. Может, прям всех. Кроватка была одна девочка. Сейчас, секундочку. Там же кроватка была. А это колыбелька, видите? Колыбелька. Вот она хочет угостить вас. Чинить. Ну ты, Господи.
Лапочка. Так, а вот у нас... Птичку уже тоже показывали, да? Побегали, побегали и легли спать. Вот, разбудили меня. О. О. Ну, слушай, они не вылезают из кроваток. Эти? Нет. Эти никогда рук не хватит. Не псих. Почему трудно? А вон мы забыли. Скворушка. Ах, скворушка. А мисс Лаки? Летай. Ее не нашли. Нет, а ее уже плохо. А потом, когда показывает. Он показывает? Он раз сидит на дереве. О, птица. Не видно ничего. Все, видите? Все спит. О чем сегодня поговорим? А? Давайте поговорим о том, как вы учитесь. Получаете. Так. Ну, по-моему... По-моему, все хуже. Корову я покажу. А сторож. Сторож. Она вредная слишком. Я это другая коровка. Корову. Ага. Но сейчас она танцевать не будет, у нее звезды нет. Да. Пора лететь. А кто игрушки-то делал? Художник Елена Кучерова из города Самары. Угу. Она сделала нам... Игрушки, папье-маше, пластик, ткань. Она полностью сделала нам этот спектакль. Еще у нас есть тоже ее руками сделанный спектакль. Улитка вокруг света. Может быть, как-нибудь. С улиткой. Вот и все.